Украине! Героям слава! Год как-то этот, февраль длиной в год. Чувствуешь себя все так же немцем в 39-м году. Смотреть в глаза друзьям-украинцам больно. Стыд не отпускает, потому что мы не смогли остановить это до того. Расплачиваться будем долго. И ровно год назад, примерно в это время, мы здесь собрались. Это был несанкционированный русский митинг. И мы тогда как-то родилась кричалка: нравится, не нравится, империя развалится. Пока она не развалится, конечно, это горе. И вообще ощущение, что это был год мертвечины, когда внутренне мертвый человек убивает соседнее государство, свое заодно. И все это хорошо не кончится для России, точно. Но я надеюсь, скорейшие победы Украины, потому что иначе быть не может. Историческая логика такова. Потому что я хочу выразить поддержку как свою личную, так и всего белорусского народа, украинскому народу, который сейчас страдает от бомбежек, от всего того ужаса, который происходит на территории суверенного государства. Хотелось бы, чтобы в будущем наступил мир, чтобы все люди как-то в дружбе, в любви жили друг к другу. Я надеюсь, что Украина в ближайшее время сможет победить, чтобы все украинцы, которые уехали, которые были вынуждены уехать, они смогли вернуться на родину. И хочу сказать, что белорусы переживают боль украинцев как свою собственную боль.